А представляю я сегодня рубрику «Ответы на вопросы». Трое в лодке, считая собаку. Зовут меня Михаил Виндолов-Левашов, и я начинаю. Откуда взялся вопрос? Вопрос взялся... Ну, естественно, откуда взялся? Что за вопрос? Нормальный человеческий вопрос. Достаточно много людей имеют собаку и хотят с семьей вместе с собакой ходить в поход. Вопрос был задан конкретно про байдарку «Фортуна», потому что, естественно, людей заботит состояние дна лодки под когтями какого-нибудь пса. Исключительно беспроблемный вариант – это «Фортуна». Плюс, просто людей еще заинтересовало и правильно сделало прозрачное дно этой лодки, потому что, ну, это прикольно. Это не полезно, совершенно бесполезно в походе как таковое. Не надо, от этого никакой пользы нету. Но эстетика пролетания под дном дна в некоторых местах очень даже интересная. Банально, вот тут я в пруду катаюсь, но это интересно. А если представьте какое-нибудь там море, какое-нибудь очень южное, куда вы затащите эту байдарку, или наоборот белое, что нам ближе, там обалденная чистая вода, звезды, вот эти лианы, там, как они там. Ламинарии, латимерии, нет, ламинарии зеленые. Итак, «Фортуна 2», а можно ли в ней на ПВД втроем? Двое в лодке, считая собаку. Сразу скажу, собака, конечно, я понимаю себе среднего размера, потому что я видал однажды картинку, как в Веге везли терьера русского. Ну, в общем, сзади у капитана, вот он прям вот тут весь был, там просто был какой-то шмандет. Ну, как бы любовь, как бы зла, полюбишь и черного терьера. Был у меня черный терьер, офигенная собака, просто офигенная. С виду страшная. Вот, ну интересная. Вот. Итого, теперь я, значит, все это покажу с камеры, потому что я люблю показывать то, что я показываю. А не говорящая голова, она в некоторых случаях не работает. Итак, что я имею? «Фортуна 2», длина 4,10. Все то, что я скажу, в принципе, относится к любым лодкам, имеющим кокпит в районе 40 ширину и длину габаритов вот здесь, вот этой вот лодки. Но, на самом деле, здесь прям вот габарит, эффективный габарит. Возьмем 4,10 минус вот здесь 40 сантиметров, там минус 20, минус 60. То есть 3,70 внутреннего кокпита мы говорим на троих. Что такое 3,70? 3,70 это 3 раза по 90 сантиметров. 9 на 3, 270. И остается условный метр. Метр остается на чуть-чуть вещей. То есть что такое 3 места? Собака, человек, человек. И еще метр вот здесь и вот здесь в сумме. Что сейчас в этой лодке лежит, чтобы было понятно. Потом я в нее сяду, покажу. В ней лежит, вы не поверите, но сзади 40-литровый конус. Для неверующих вот он, вот 40 литров, вольный ветер, конус набитый каким-то моим одеялом любимым. Перед капитанским местом утопленное и распирающее дно, работающее одновременно упором для ног, лежит двадцатка, ну то есть это 40 упополаненная до 20. Я ее утоптал тут своим сиденьем задним. Вот, но это вот так. Может, оно может быть больше, там будет даже тогда 30 литров, то есть вот если она вылезет оттуда. Сверху на это дело
Почему сверху, почему надо много? Мы говорим о походе выходного дня на двоих, плюс собака. Все-таки, наверное, 20 литров и 40 – это мало. Поэтому вот я кидаю сверху еще 50-литровую поперечную герму. Подойдет и 60-литровая узкая, есть там у Вольного Ветра такая, вот такой, наверное, у жены, только длиннее. Единственное, что ее совсем надо подвинуть к спинке матроса, потому что я сейчас покажу почему. Спереди я сейчас сверху, ну, наложу картинку. Вот в этой сумке, в такой сумке, мы однажды в 2017 году с Серегой из Рязани спасали его собаку Герду, которая у нас замерзла на весеннем сплаве. Два дурака в снег и дождь при температуре плюс 5, может 6, взяли с собой цвергшнауцера, и в общем Герда у нас там имела шанс околеть. Мы вовремя поняли, что она околевает, засунули ее во все теплое и положили вот в это, вот в такую герму. У него лодка была Каньон Спорт, если я не ошибаюсь, по-моему, не Соло даже. И она там замечательно совершенно как бы себе сидела. Но она там сидела неподвижно, ну потому что она там едва там не подыхала, по моим понятиям. Так вот, теперь я во все это сяду. Ну, сяду я традиционно с капитанского места. Я, извините, капитан. То есть в лодке главный движитель, он сзади. То есть самый главный сидит спереди, в семье, это понятно. А еще самый более главный совсем спереди. Но движитель главный сидит сзади. Итак, вот он, я главный движитель сзади. Я беру весло. Я беру весло, и вот я что имею. Я имею абсолютно полный грибок. У меня это короткое весло, оно не достает там куда надо, но поверьте мне, здесь мне грести ничего не мешает. Маленькое наблюдение тут пока садился. Если вот эти специальные длинные тяжки, кстати, мне нравятся у Фортуны, тем, что они позволяют двигать сиденье, вот сейчас я очень далеко отодвинул, вот аж к деке. Они позволяют это делать. Но тут оказалось еще вот чего. Если вот эту заделку сделать вот сюда, и потом на это надеть вот так, а вот эту оттяжку сделать еще вот сюда, такой трехточечник сделать, ну вот не больше, то брюки превращаются, вот эта штука превращается в упоры, причем очень интересные. Вы упираете, и вас еще спинка подкидывает туда. То есть это абсолютно шикарный упор. Я так, кстати, делал. Упор для пяток. Здесь будет вот герма. И она саморегулируемая, потому что вы можете подвинуть вот эту спинку вот этой штукой. Итак, как говорит один мой знакомый, с местом сзади, с греблей сзади разобрались. Поехали вперед. Весло вперед я буду брать не буду, там все понятно, что грести можно, там ничто не мешает. Вопрос, как там сидеть вместе с вашим цвергшнауцером, спаниелем, ну, в общем, собакой среднего диаметра. Вот она, я сажу, и вот чуть-чуть, вот, чтобы мне было удобно, я вот так вот чуть-чуть подвинул. Но представь, там двигать нечего, там жопа собаки. И, в общем, двигать ей не получится, потому что она будет даже возражать. Некоторые собаки иногда кусаются. Поэтому, как я понимаю, чтобы здесь не беспокоить собаку, придется сделать, заказать у меня или самим монстрячить передний пяточный упор для матроса, потому что вот он упрется здесь ногами, вот где-то тут, а дальше жопа или там морда, или там что угодно от собаки. Собственно, вот оно и так. На всякий случай, эта лодка продается. Вчера она продавалась со скидкой 7000, сегодня она продается обратно со скидкой 5000 от новой. Эта лодка один раз была на пруду или два. То есть она наплавала 33 минуты по гладкой воде. Вот. И ее уже собираются покупать, торопитесь. Актуальную на сегодня цену я наверху вывешу. Напоминаю, что продаю я лодки
4 контор, Тритон, Винбот, Вольный ветер, Мермен. Как покупать, ссылки внизу. Там внизу еще ссылки на разные разности и объяснялки. Кому что непонятно, я доступен в Телеграме, я доступен в почте. Зиндолог@mail.ru не меняется уже 15 лет. Хотел сделать короткий ролик, не получилось. До свидания.